Трудового города Саратов. Yeah.
Що можу сказати? Друзі дорогі, весь совєтський народ і вся наша партія з чувством глибокого удовлетворення восприйняли нові пісні групи як комбінація. Но вместе с тем надо отметить, что у песни Russian Girls, которая стала особенно популярна у многотысячных масс советских девочек, наметились очень опасные тенденции подражания Дикому Западу. Более того, его расливающие морали ослабились принципы социалистического реализма. Так вот, я хочу сказать, что если и дальше будут звучать такие гнусные песни, то я буду вынужден выгнать эту комбинацию из солнечного трудового города Саратова и отправить ее за границу. И я думаю, что лучше всего в Африку.
это я вкратце. Я не говорю вам до свидания, я говорю вам goodbye. Thank you за attention. Моей теперь покоя. Я лишь
значит, соль диез и си бемоль пойдешь. Ага, поняла. Что такое диез, что такое бемоль? Диез. Ну вот смотри, диез, он похож на решеточку, он похож. На решеточку, да. Мы как раз с тобой-то не собираемся пока, ага, да? Ага, не собираемся, ага. Леонид Ильич что говорил про песню Russian Girls? Не собираешься ты, а бемоль на что похож? А бемоль? Он похож на живот нашего композитора. Да ты что? Ну ладно, тогда поем. Ну ладно, давай споем с тобой, не учь ты мой. Обижаешь, сама в консерваторию бросила. Мы не лапки, куклы не валяки, куклы не валяки, куклы комбинат. Yeah.
странные слова. Забудь меня и больше не звони. Мне страшно слышать мир.